Так, ребятки, рассвело, выходим, но очень аккуратно и осмотрительно, потому что я тут уже навыходился, скажем так, откровенно. И я думаю, что если количество возрождений не бесконечно, то, в общем-то, меня ждет большое фиаско. Ну вот, пожалуйста, видите? Это падало еще тут. Ну так-то он, конечно, отсюда не стрельнет меня. Он будет тут стоять. Ушел? Ушел или нет? Ходит ведь тут, сволочь. Сейчас слышу его шаги. Должен уйти. Днем написано, что никто не нападает. Вон он уходит. Ага, уходит, конечно, блин. Ладно. Но теперь, надеюсь, никто не нападет. Вот опять он тут. Да так вообще нечестно. Ни капельки. Ну давай, иди сюда. Сейчас я тебя голыми руками задушу. Иди сюда, сволочь. Вот так тебе, на. Я не понимаю, сколько можно меня преследовать. Видишь, он тут. Тут пропасть. Он прямо у стены моего дома стоит, зараза. И это средь бела дня. Понимаете? Ненормальный. И это тут тоже ходит. Да что у меня с игрой происходит такое? Ведь уже день. Видимо, надо было вовремя запасаться оружием. Давай, убивай меня уже. Теперь-то все, наконец. Нет. Что с игрой происходит? Ушел? Нет, не ушел, тварь. Ушел. Я же не могу и днем, и ночью сидеть в укрытии. Уходи, уходи. Зараза. Уходи, уходи, уходи. Эпидемия какая-то просто. Надо было мне вовремя луком обзавестись. Давай тогда убивай меня еще раз. Давай. Все, вроде бы ушли.